Слава, а тебе не кажется, что в детстве мы свято верили в то, что война наших отцов, дедов и прадедов – это последняя война? Конечно, ведь лозунг нашего детства был «Миру мир, нет войны». Мир во всем мире. Мир во всем мире. И все это мы писали на рисунках. И воспитывались на поступках наших героев. Учили стихи, смотрели фильмы о Великой Отечественной войне. Память, ну, абсолютно точно. И следующую страничку нашего фестиваля продолжит. Следующий участник, да? До сих пор мы читаем книги, поем песни, смотрим фильмы о Великой Отечественной. И я предлагаю эту тему продолжить лауреату всевозможных авторских фестивалей Григорию Шацкому. Ваши аплодисменты. Григорий Шацкий! Танкиста Иона Дегена, сгоревшего в танке в 44 году. Это все на нотной бумаге. Свист и грохот, свинцовый вихрь. Тяжкий шелест поникших флагов над могилой лучшего друга. Перебитый снарядом, дядел клён стучит морзянку, старшина экипажу награду водку цедит консервной банкой. А радость, ярость, любовь и муки танк по башню огнём объятый всё рождал образы звуки. В юном сердце певца и солдата в командирской сумке суровой на виду смертей и агонии вместе с картой километровой партитуры его симфонии. И когда над его машиной Бетховена мы сегодня похоронили. Поникших флагов над могилой лучшего друга.